указу Владимира Путина, следующая неделя для большинства россиян станет выходной, дабы избежать пандемии коронавируса. Чем ульяновцы займутся на следующей неделе или будут работать, мы спросили у прохожих. Отдыхать будут. То есть вот как повелел президент, будете сидеть да, дома? Да, именно так, да. Как считаете, правильно это решение? Да, правильно. А самое главное, чем займетесь свободное от работы время? У меня много увлечений. Мы отдыхаем. Отдыхайте, ну вы как нормальные россияне, будете выходить. Ну не все, наверное. Скажите, работает. Пожалуйста, как вы считаете, это правильно отправить людей на каникулы, чтобы избежать пандемии коронавируса? Ну как правильно? Я работаю в больнице. Для нас это всегда правильно. Отдыхаем. А правильным считаете это решение отдыхать? Это правительство решение. Отдыхаем, отправлять на карантин. Правильное? Ну, считаю, что правильно. Чем дома будете заниматься? Домашними делами, отдыхать, восстанавливаться. И с новыми силами на работу. Отдыхаем. Как считаете, это решение правильное? Ну, наверное, правильно в связи с последними событиями. Чем дома будете заниматься? Ой, у меня очень много дел. На дистанционной работе я и в школе, и в институте очень много дел. Работаем. Ну, то есть вы в какой структуре получаете? Медицина. А как считаете, правильным это решение отправить на карантин? Я как бы не считаю, что это для медиков, да, мы действительно должны работать, но может быть какая-то экстренная помощь, а не плановые какие-то там мероприятия. Мне кажется, надо всех отправлять, раз такая ситуация. Мы будем отдыхать. Наш президент дал нерабочую неделю в целях нашей безопасности, поэтому мы будем отдыхать. Чем займетесь дома? Семьей. Ну мы отдыхаем так-то, но дежурим. А как считаете, правильным это решение отправить на карантин? Считаю, да, правильно. Чем будете дома заниматься? Не знаю пока. Нет, отдыхаем. Как считаете, правильно это решение отправить на каникулы? Конечно, правильно. Конечно, правильно. Прекратить эту вот такую вот цепочку заболевания, это обязательно нужно. Чем займетесь в выходные? Ну, чем? Во-первых, уборка к Пасхе. Вымоем окна, повесим шторы. Вот и все.